я их прочитываю для того, чтобы вот вы как бы вот на каждый стих, у кого-то какой-то стих может затронуть какую-то струну из параллельных мест, я имею в виду, которая ближе всего к каждому из присутствующих. И можете свою мысль высказать, вспомнить толкование святых отцов по тому или иному стиху параллельному, или свою жизненную ситуацию привести к конкретному стиху. Итак, первый стих еще раз озвучиваю. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Вот сейчас закончили. Он говорит о том, что призывает коринфян не разделяться, я Аполосов, я Кифин и другие, а чтобы они разумели их как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. То есть это они не являются учителями, потому что один учитель у нас Господь Иисус Христос. Они только доводят до нас главное значение проповеди Христовой, евангельского служения Его. И мы еще раз возвращаемся к теме, о которой мы уже рассуждали на предыдущих занятиях, о домостроительстве тайн Божиих. А мы являемся домостроителями тайн Божиих? Конечно. И в чем это таинство? Тут надо строиться дом какой-то конкретный. Вот мне так задумалось. Домостроительство. Ну, значит, от каких слов? Строить дом. А какой дом? Духовный. Да дом Царствия Небесное. Мы своими действиями, своим служением, апостоличностью своей, мы строим этот, каждый для себя, вот частицу этого дома. То есть мы всегда говорим, что у Бога много обителей. И Господь приготовил для каждого, и всех призывает ко спасению, то есть всем уготовлено это Царствие Божие. Но не каждый это принимает, не каждый хочет участвовать в этом таинстве домостроительства, этой тайны. И какие параллельные места? 1 Коринфянам 2:7, опять послание Коринфянам. То есть вот они друг друга уже сколько раз мы об этом говорили, что эти два послания, первое и второе, они так взаимно переплетены, что практически каждый стих можно приводить, на каждый стих можно приводить соответствующее послание. 1 Коринфянам 2:7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». То есть у Бога все это было известно, что Адам и Ева приступит эту заповедь, первую заповедь поста, не вкушай. И дальше как будут развиваться события, что они будут изгнаны из рая, что дальше пойдет род человеческий от Адама и Евы, что они также будут грешить. На грехи Адама и Евы они еще будут свои грехи дополнять. И дойдет до того момента, когда нужно будет очищать землю всемирным потопом. Все это было известно. А потом известно было уже заранее, что будет послан Господь Иисус Христос, Спаситель, и Его жертва очистит все, даст возможность обрести Царство Небесное каждому из живущих на земле, потомков Адама и Евы. Все это и составляет домостроительство Божие, тайны Его. И она была сокрыта до времени, а потом она открылась и открылась в полноте на Голгофе, в жертве Христовой. Но это строительство продолжается, правильно брат говорил на одном из занятий, что мы продолжаем это строительство, продолжаем, доколе жив род человеческий. И вот он предназначил эту тайную сокровенную, которую премудрость Божию, тайную сокровенную, и он предназначил это прежде всего веков к славе нашей. 1 Коринфянам 3:5. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я их прочитываю, а вы сразу цепляете свои мысли к этим стихам и развивайте, сразу поднимайте руки и говорите, у меня есть смысл. Говорите, дополняйте тот или иной стих, раскрывайте, как вы его понимаете, как понимают эту ситуацию, как вы это уже слышали. 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией.
Ну и один из главных стихов по этой теме, это, конечно, 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, помните, мы учили этот стих наизусть? И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. У кого возникают вопросы? Сразу говорите, поднимайте руку, что-то дополнить можете. 2 Коринфянам 6:4. Но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Колоссянам 1:25. Который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Апостол Павел четко понимал, что он домостроитель Божий, что он призван для того, чтобы строить этот дом. Ему была открыта в большей полноте эта тайна домостроительства. И поэтому он нес эту тайну, открывал эту тайну домостроительства Божия язычникам, потому что он был послан язычникам после того, как не приняли его собратья иудеи. Колоссянам 1:26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Которым благоволил Бог показать, 1 Колоссянам 1:26, 26 стих и теперь 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос, в вас упование славы. Все еще появились вопросы в дополнение. Что-то я не туда, наверное, говорю или как? Ну, вопрос-то есть, а ты все читаешь. Ну, пожалуйста, так я тебе уже сколько призываю, останови, говори. Ну, сколько, все 3 минуты прошло. То есть, ну, вот этот момент такой, что, ну, для славы своей, там, Господь что-то делал, там, землю сотворил, там, все произрастения, это для славы Божией, да? Слава Божия, это ж, ну, как бы там, явится Христос, там, во славе своей, то есть с тьмами ангелов и прочее. То есть это его слава, его служители. Но там сказано, для славы нашей, вот нас, вот твоей, моей, ну, а какая может быть моя слава? Здесь, вот на земле. Так, вопрос задан, братья и сестры, давайте отвечайте брату. Я-то ведущий, я только говорить должен, вот на правила, а вы должны дальше сами активно участвовать. В работе, да, брат? Ну, вспоминается место Писания, когда Христос говорил, вы соль земли, вы свет миру. И далее говорится, и видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. То есть все настолько взаимосвязано, мы христиане, а как Бог узнается через его творение, мы его творение. Бог прославляется. Но здесь говорится для славы нашей. То есть, ну, все настолько взаимосвязано, мы прославляем нашими делами Бога, ну и сами вольно-невольно. Я еще раз озвучу стих, по которому возник вопрос, у брата вопрос. Помедленно, пожалуйста. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Брат попытался раскрыть? Которую, о чем говорится? О премудрости Божией. Тайная и сокровенная премудрость Божия. И она предназначена Богом прежде веков к нашей славе. Да, Нина Александровна? Ну, я думаю, что говорится о воскресении из мертвых. И люди, когда воскреснут для суда, и некоторые, которые будут достойны, они уподобятся ангелам, в сретении Христовой. Совершенно верно. Это и есть наша слава. Когда мы обретем Царствие Небесное, это и будет наш венец, это слава и будет наша. Не только это слава одновременно и Бога, и наша слава.
Но мы должны участвовать в этом, то есть мы должны участвовать в этом домостроительстве. Тогда мы можем обрести эту славу, а иначе тогда какая слава? Тогда вечная погибель, тогда вечное позорище. То есть слава на небесах. Здесь, конечно. Не о земной славе. Нет, говорить. Конечно. А какая наша слава? Это тщеславие будет, да? Да, это как раз не слава, а тщеславие. А слава Христова — это в воскресении. А чтобы достичь этой славы, вот Галатам 5 глава заканчивается, и говорится о том, что мы так должны трудиться, чтобы Дух Святой в нас получил, ну как, мы достигли того, чтобы Дух Святой уже в нас выразился через определенные дарования, это мир, радость, любовь, благость, воздержание, ну там 9, кротость, долготерпение и так далее. Может, я что-то не может, я еще пропустила маленько, даже не по порядку сказала. Вот этим, когда вот этот Дух Божий в полноте вот через вот эти плоды в нас выражается, вот мы и достигаем, тогда у нас есть надежда, что мы во спасении будем, и тогда в день судный, когда будет сретение Церкви Небесной и Земной, когда Бог определит наше место, и те люди, которые, те души, которые войдут в Царство Небесное, вот они идут во славе. Ну, тут как раз первое, я уже читал этот стих, он как раз параллельный о том, что сейчас вы говорили. 1 Петра 4:10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Да. Да. Ну, вот центральный стих-то этой темы домостроительства. «И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». В чем выражается эта тайна домостроительства? Бог явился во плоти. Далее, «оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Прям как символы веры разделить можно. Члены символа веры. Николай, удовлетворен ответом, брат, сестра, вот, брат. А вдруг я не то сказала? Ну почему не то? Ну я для общего развития спросил. Я точно так же понимал сразу же, что слава человеков не на земле, а только на небе. И мы своей славой дополняем славу Божию. Ну, наполняем, как бы, будучи, ну, сами, как бы, ну, ведя жизнь благочестивую и добродетельную, согласно, вот как Нина сказала, вот и мы являемся тоже славой Божией. Конечно, с ангелами несравнимы, но приближаемся. Стараемся. Да, нет, Надя. То есть вот так я понимаю, что цель нашей жизни созидание дома духовного внутри себя. И вот это благочестие тайна, то есть тайна благочестия каждого человека. Это принять вот эту вот жертву Христову, создать этот дом духовный внутри себя и достичь благочестия. Вот это вот и есть то, что к чему наш, весь итог нашей жизни. Благочестие тайны. Молодец. Не по сравнению. Так, ну вот Колоссянам 1:27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос, в вас упование славы. Кто может раскрыть этот стих? Еще раз повторите. Которым благоволил Бог показать, то есть тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Вот он. Да.
Вот оно ну, очень ну, много в Новом Завете, да, для славы Божией, для славы человеков. Вообще понятие слава. Ну, слово слава, да, понятно. Ну, 5 букв всего лишь. Слава там, там КПС. Там, такое-то было, там, другому слава, там, третьему, там, вечно живой, там, слава Ленину, как кому только славу не возносили. Ну, что это значит, вот, ну, вот, слава там Яковлеву, ну, или там Польгуеву слава, да? Ну, а что это подразумевает вообще, как проявить, ну, вот, слава, ну, что это, на руках его носить, или там цветами обкладывать его, или что вообще слава? Понятие слава, вообще понятие слава любого, человека ли, Бога ли, или там, ну, вообще-то другому нечего и славу петь. Вообще понятие слава. Если более, в самом широком смысле, это превознесение кого-либо над остальными, над окружающими. Воздавать почести. Воздавать какие-то почести. Все, что ты перечислил, и воздавать и объятия, и поцелуи, и всякие моральные и материальные блага создавать для этого человека. То есть, потому что он вот выделяется из всех. Поэтому ему и слава, вот в этом слава и проявляется, и в материальном, и духовном может проявляться, может в одном чем-то. В славословии в том числе. Еще во времени и в пространстве. Да, ну понятно, во времени и в пространстве. Если он живее всех живых, как его объявляли. Но на самом деле это мертвее всех мертвых. До сих пор нет ему покоя. Ефесянам 3:9. Потому что мне через откровение, это послание апостола Павла, он говорит в этом послании Ефесянам. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его. И пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Мне думается, в этих стихах, с 3 по 9, как раз раскрыт весь смысл служения апостола Павла в участии его в домостроительстве. Иван Технич, включайтесь. Не батарейки сидят. Критикуйте, говорите. Это можно, да? Да. Вот здесь вот апостол Павел там, что вот он вот там вот говорит, что ему дан дар проповедовать. Да? Там, по благодати. Да, Господь дает это дар по благодати. Да, но благодать я благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Да. Понятно. Но ведь этим даром же не все обладают люди. Ну, даже среди нас здесь сидящих. А за всю историю церкви сколько было народу. Это же миллионы, может даже сотни миллионов. Это не с честь всех верующих. И ведь, значит, это настолько дорогой дар, что он не каждому дается. То есть быть таким проповедником, как Павел там, или там Петр, к примеру, да, ведь только Павел вот это заявляет, что я там вот такой вот, у Якова нет такого, что он там благовестник там такой там вот там и прочее. Просто они говорят о действии Духа Святого, ну, в людях, да, вот как деяние апостолов, это действие Духа Святого в людях. Вот, а вот как-то очень часто мы, бывает, как бы, ну, на себя лишнего примеряем, понимаете, даже нет такого дара. Да, проповедуй во время и не во время, там, и так далее. Но ведь можно так сказать, что человек отвернется и на всю жизнь, и все. И он сразу не придет, ведь это дар такой. А как его разогреть-то, человека, внутри себя? Как? Чтобы получить его, что надо сделать? Просить.
Простите, я обрящийся. Ну, Павел-то не просил. Он просто шел, хлоп, ослеп и упал. Это Павел. Три дня там в коме, не в коме, там, ну, три дня, как Христос. И тот был три дня, и этот три дня. Был слепым, потом раз очнулся, прозрел. Так у меня же дар, я же должен там, ага, крещение принять. Там крестился и пошел. Потом, правильно же? Как он это понял, что у него этот дар? Вот как я могу понять, что у меня это есть? Или у Сидорова, или там у Петрова. Он был горячим и до того обращения. Ну, он был горячим, он был ревностным служителем Божьим. Поэтому он и получил этот дар. А если не будешь ревностным, никакого дара не получишь. Еще кто что может? Ну, вопрос задает брат. Отвечайте, говорите, участвуйте. Вот нас призывают, что будьте там проповедниками, там и прочее, и прочее. Ну, а что такое проповедовать? Это... Брат Володя. Отвечает на вопрос. Не отвечает. Очень всегда живо и действенно, когда приводишь собственный пример. Я, например, о себе расскажу. До уверования я с людьми очень был стеснительным для общения. Даже подойти к человеку, просто спросить время, у меня не хватало смелости. Ну, такое я с детства замкнуто сам в себе. А когда стал уверовал во Христа, я стал именно об этом даре молиться, о даре проповеди. Именно о благовестии я имею в виду. Начал молиться, я понимал, что раз я, Господь меня так облагодетельствовал, дал мне прощение грехов, что вот это рождение свыше со мной случилось, я должен эту весть благую Христову, о его чудном распятии, воскресении, все это донести людям, грешникам, которые погибают, так же, как и я до этого погибал. Я начал об этом молиться. Господи, я не могу, помоги мне это, чтобы людям возвестить истину Твою. И когда, например, вот я подходил, стою на остановке, жду автобус, про себя стою, молюсь, Господи, люди не знают Тебя, вложи слово Твое в сердце, в разум, на уста мои. И Господь это даровал. Просто начинаешь говорить, например, человека видишь курящего, говоришь, курение это смерть, и с этого начинается у тебя благовестие этому человеку. Ну а там уже окружающие люди, кто-то вопрос свой задает, кто-то просто стоит слушает. Все это, вот как Виктор Андреевич объяснил, что все зависит только от самого себя, от меня именно лично. Господь говорит, просите, дано будет вам, просите. И как у апостола Якова сказано, что только не надо быть как сомневающий, ветром, как волна ветром поднимаем и опускаем. Вот когда ты просишь, Господь тебе это дает, именно по твоей ревности. Мы же не знаем, в течение трех дней, как говорит апостол Павел, он был ослеплен. Мы же не знаем, какую молитву, о чем он молился. Он, может, как раз об этом и молился, чтобы Господь возгрел в нему это все. Эти стихи Писания у него приходили на ум. То, что он раньше уже изучал все это Ветхий Завет. Все эти пророчества и так далее. С Господом беседовал. Это все лично от меня зависит. Просите, дано будет вам. Вот такое, как бы, мое личное свидетельство. Еще? Говорите, участвуйте. Дар? Да. Вот дар, он если есть в человеке, он просится наружу, этот дар. Человек может не понимать, но у него потребность этот дар как-то реализовать. Вот бывают художников показывают, которые просто, он рисует там на асфальте, ему где-то надо реализовать, это как внутренняя потребность у него. Другое дело, что он его может не реализовать вообще, там, допустим, спился. Или музыкант там показывает беспризорника, мальчик, он нуждается в реализации, он звуки ловит, он просто не понимает, что с ним происходит, но он получает удовольствие от звуков. В результате встречается с этим предметом звуковым, и он начинает развивать его. Дальше уже судьба отдельно складывается. У апостола Павла, я думаю, дар был неравнодушие, он был просто неравнодушно относился к вере. Вот была просто у людей вера, люди желали зарабатывать деньги. А он не просто желал там жить обычной житейской жизнью, он был неравнодушен вообще к вере отцов своих. И это неравнодушие доводило его до того, что он впадал в крайность, гнал тех людей, которые являются последователями Бога. Но это опять же от его непонимания, от его научения. Но это была такая крайняя степень его неравнодушия, что Бог решил вот это неравнодушие и крайне вот это экстремистское неравнодушие направить в нужное русло. И он ему дал открытие, он открыл себя. Это не означает, что вот он спал, и Бог ему как бы раз открыл глаза, и он ничего для этого не делал, а потом, о, так а я же верующий вроде, о, нормально, теперь я христианин. У него такого не было, он и до уверования уже страдал, страдал вот этим неравнодушием к ситуации в стране, что Рим вокруг.
Наша вера отцов гибнет, а тут еще какие-то эти назаряне, какие-то христиане появились. Он страдал от этого, ему хотелось, чтобы Иудея была великой страной. А тут еще эти путаются под ногами, да еще не просто путаются, они еще мозги запудривают, какой-то верой непонятной. Ему надо было их истребить, так Рим победить, и тогда будет порядок. Он хотел этого. Ну я так мыслю, почему он действовал. В конечном итоге Бог его... А вот смотри, ты не туда шел. И когда он осознал, что вера отцов, которую он защищал, как раз в том и состоит, чтобы соблюдать заповеди Иисуса Христа, вот именно тогда он и пошел. Все. Он как шел раньше, как убивал последователей Христа, теперь его будут уже добивать и убивать, а он будет от них убегать и будет проповедовать. То есть дар в нем уже этот был, только он был не направлен в нужном русле. Вот если так был вопрос поставлен. Данила Александровна. Но мы еще знаем такого пророка, который вообще об этом не знал, Иеремия. Когда ему Бог говорит, он, да я даже еще мал. Он говорит, нет, ты будешь говорить. Так я мал еще, как я буду говорить-то? А потом что? Ведь Бог ему дал этот дар, и он об нем... Он-то когда ему давал и говорил, вернее, ему, что ты будешь... Он говорит, я еще мал, как я могу об этом говорить? Не было у него никакого дара. И он в этом сопротивлялся даже, что он еще даже и не готов к этому. А ведь Бог вложил его в уста. Он говорит, ты только открывай, я тебе вложу в уста, и ты будешь говорить. А он потом действительно, как говорит, я хотел бы молчать, но не могу. Его любовь такая была, что она, говорит, разливается в костях моих огнем. Я не могу молчать. Вот еще какой дар бывает. И не было в нем дара, он говорит, я мал. А ему Бог дал все равно. Ну, может, он был, но он не знал. Все-таки дар. И он не, ну, говорит, просить, так вот он и не просил, он наоборот сопротивлялся, что... Ну, да. А Бог дал ему. Ну, а потом пошел. Так что говорит об этом, что не нужно просить, нужно ждать, когда даст Бог. Не даст? Знаю, это желание, ведь просят когда? Когда есть желание об этом просить, когда чувствуешь, что я хотел бы вот это делать, но мне кажется, что это даже вот само хотение, что я это хочу, это уже дар Божий. Конечно. Это не от меня зависит, что я хочу, а меня побуждает вот это Дух Святой, дар Божий опять же говорит, и это уже даже, мне кажется, это великая награда идет уже от Бога, то, что Он тебя побуждает тут сидеть, заниматься вот этим. Это я бы, может, и не хотела, но меня Господь побуждает к этому. Иди, садись и занимайся. Потом это тебе пригодится. Ты это слово потом скажешь. Это опять же тоже дар Божий. Это я так понимаю. Правильно понимаете? Ревнуйте, о дарах духовных написано. Ревнуйте о дарах духовных. А наипаче о даре пророчества. Не иронизируй, брат. Еще мысли по этому стиху? Дальше пошли. Так уже много знали. Ну, вы еще не прочитали толкование Филакта Болгарского. Все рассуждаем, правда, мы читаем-то параллельные места. Давай. Они касаются этой темы, домостроительства Божьего. Давайте. Мы, учителя, не что иное, как слуги. Почему же вы, оставив владыку, называетесь от имени нас, слуг, назвав апостолов и учителей домостроителями тайн, показал, что не всем без разбора должно преподавать учение, но тому, когда и как, тогда и так, кому, когда и как, должно. Тайны, как тайны, не должны быть открываемы всем. Это не свойственно благоразумному домостроителю. Ну и как? Толкование Филакта Болгарского вмещается? Пожалуйста, помедленнее. Ну я что, уж, по-моему, достаточно медленно. Еще раз прочитать? Да, я что-то тоже не... Ну от запятой до запятой надо, брат. А то ничего... Мы, учителя, не что иное, как слуги. Угу. Почему же вы, оставив владыку, учителя... Владыку, называетесь от имени нас, то есть слуг. Да. Назвав апостолов и учителей домостроителями тайн, показал, что не всем без разбора должно преподавать учение. Но тому, тогда и так, кому, когда и как должно. Вот. У него слог такой вот
тоже непростой у Феофилакта Болгарского. Просто можно сказать, что не каждому нужно говорить слово Божие. Не каждому. Из этого следует, так ведь, брат? Не мечите бесер перед судьями. Нет, это не об этом. Не о бесере это говорится, а о том, что дары разным людям даются разные. Одному учительствовать, другому проповедовать, третьему людей лечить. Ну там я не помню это процитировать это. То есть человеку дается вот дар. И ты занимайся этим, развивай его. А когда ты его развил, может, там Бог еще что-то дает. Ну а сейчас я скажу, что Сергей Павлович тоже был прав, потому что дальше написано: тайны как тайны не должны быть открываемы всем. Вот. Это не свойственно благоразумному домостроителю. Вот как не раз каждому. Как раз вот это. А то есть человеку расположено. Знать и время, и место. Угу. Опять же, проповедую во время и не во время. Вот, казалось бы, противоположность, да? А как это уместить? Как совместить это, Игнат Тихонович? Вступайте, уже давно пора. Не вмещается. Вмещайте. Вон он активно, да, брат, говори. Я скажу, вот я недавно Игнатьевич этот вопрос как раз пояснил. Я не знаю, только на собрании ли это дело было. Он говорил, что, например, человеку неверующий к тебе подошел и начал вот такие вопросы задавать. Ему надо именно в первую очередь свидетельствовать о Христе. А начинается там вопрос о причастии, ему этого не надо ничего доказывать. Потому что это он все извратит и не поймет. О причастии, там еще, как, почему Богородица родила Бога, как она могла его родить. Вот это тоже не надо ему доказывать все это. А именно свидетельство только о Христе. В таких моментах просто отходить или молиться, чтобы Господь его вразумил, наставил. Дух Святой наставляет его. Все. Тут брата нашего. Каждого или не каждого. Да, Надежда Ивановна. Просто я вспомнила, как батюшка нам пояснял, говорил так, что, ну, кто-то задал вопрос, что освящается только чистое, допустим, масло или вода, или что-то какое-то другое. Освящается святой водой, ну, то есть Божьим благословением, только чистое, нечистое не может. Так может быть и как бы в этом плане, если рассуждать о людях, допустим, если видно, что человек живет нечисто, ну, может быть и не мечите бисер перед такими людьми. Не знаю, может быть это не подходит, конечно. Так, кто согласен, не согласен? Да. Вот тут, знаете, на личном примере, ну это было как-то года два тому, может быть три. То есть зимой еду, ну на работу поехал, вечером уже в газели. Ну, так она полная, с лебяжки. Ну, может, там, ну, сколько? Ну, может, человек 7 сидело. Вечер, 7 часов, уже все устали. И сел мужичок пьяненький, там, трошки. Ну, и смотрит на меня. Тщательно. Смотрит, потом. Ты верующий? Я говорю, да, я верующий, я православный христианин. Я тоже верующий. Я молчу. Вот что ты меня сдерживаешь и все, вот не говорить ему, я не знаю. Он потом сидел, дай мне твою руку. Я говорю, зачем? Ну, я подержусь. Я говорю, ну я не святой, ты от этого не исцелишься, ничего тебе не будет от этого. И я тебя не знаю, во-первых. Он, ты что, меня зазираешь, что ли? То есть, понимаете, все. И, ну и там я отвернулся в окошко, потом и все. То есть, а он так сидит и смотрит, продолжает, вы понимаете. И вот сейчас вот затеять бы с ним разговор. Может, я бы там что-то или не то сказал, или лишнее, но что-то вот сдерживает и все. То есть, ему было достаточно, что я сказал, что да, я православный христианин. И все. И вот, может быть, и этого уже хватит. А когда начинаешь перед ним изливаться, даже он будет трезвым. Изливаться перед человеком, да вот, Бог тебя так возлюбил, да что, сам пошел на крест там и прочее. Ну, можешь посмотреть, как на юродивого, вы понимаете, вот. И вот это внутреннее какое-то, как бы, наитие, вот это вот, чутье, да, оно, ну, может, не всегда оно во мне срабатывает, потому что были моменты, когда вот этот вражина, который хотел меня убить, он, собственно, как бы, ну, я его сам, может быть, своей несдержанностью и возбудил к этому делу. Поэтому и вот этот-то дар, вот это, наверное, вот одно и то же есть, что не каждому надо говорить. Не всем подряд, что там идите вот по улицам и городам и весям, ну ходить-то можно. Вот вы вспомните, как, ну,
Это написано, конечно. Я сам не видел, в то время я еще, да и не было даже меня. Вот как они, книгоноши были, да. Она идет по деревне, там продает книги, продала там одно Евангелие на всю деревню, допустим, или Библию, да. А потом обратно идет, она опять в эту же избу заходит. А это, по-моему, то ли у Горького, то ли где я читал. То есть, а как вы читали ли эту книгу и как вы поняли в этой книге, что написано? Вы понимаете, в чем дело? А не то, что там всю деревню убежали, и больше след простыл. И все, и никто не знает, кто ты такой, и прав ли ты был, или не прав. Так вот это вот и есть, наверное, дар-то Божий, чтобы вот распознавать людей, что, нужно ли говорить или не нужно этому человеку. Но нужно же еще и просить, если ты хочешь понять, есть ли у тебя этот дар или нет. Просить, если нет у тебя дара, значит ты проси его, если ты хочешь. Но, во-первых, ты должен осознавать, что ты являешься, что касается нас конкретно, вот нашей общины, да, людей, верующих, православных христиан. Если мы знаем, что Иисус Христос говорит, идите проповедуйте по всему миру, то это обязанность наша. И тут мы просто должны прислушаться к этому слову, что мы обязаны это делать, и мы должны просить у Бога, чтобы Бог дал нам этого дара. И тогда, если просим, то мы верим, а и по вере нашей будет дано нам. Да, брат? Ну я вот, опять же, пример к брату Николаю. Сергей, подержи. Я ехал в поезде как-то, и тоже сижу, и напротив меня сидит мужчина, лет за 40, и мальчик у него, не знаю, лет 12, наверное. И он лежит, его там по ноге гладит что-то. И молчит. И прямо перед собой смотрит. А я в этот момент молюсь, я думаю, как бы им засвидетельствовать о Христе. Думаю, может, с чего-то начать беседу. Молюсь, а чувствую, что побуждения нет. Мне вот как Николай говорит, уста закрыты и все. И я начал, Господи, а почему так? Я задался вопросом, как ребенок, говорится, наивно к отцу своему обращается. Почему так именно? И вот я все-таки начал, о чем-то я сейчас не помню, но начал какой-то вопрос ему задал. И только я начал говорить о Боге, он сразу именно увидел, что я православный, он как поднялся на меня. Ваши священники, они извращенцы, они такие всякие, он оказался слепой. Сидит прямо перед собой, смотрит, и давай там на меня все, что у него внутри кипело. Он говорит, я в Бога не верую, как в Иисус Христа. Я говорю, там какой-то у него планета и так далее, там что-то в космосе связано. И вот он как начал на меня, я понял, я поблагодарил Господа за научение, что не каждый раз, оказывается, надо говорить человеку. И один сказал, вы знаете, что будет суд Божий, и Господь будет судить вас по слову своему, не по этим вашим вымыслам человеческим. Господь говорит, сказал, отвергающий меня, не принимающий слов, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Все. Аминь. На этом я закончил, и все, больше ему рот не открывал, как говорится, в его сторону. А он там еще долго-долго сидел. У нас сначала это вопрос был не о том, кому говорить и каждому ли надо, а звучал это вопрос так, что а кому дает Бог дар? Кому? Каждому дает? Или кому-то вот выборочно дает? Вот у нас какой был вопрос-то. Да, не о ком говори, кому говорить нам, говорить ему или не говорить, а вопрос-то поставлен был о том, а Бог дает дары-то кому? Каждому? Или он как-то только тем, кто просит, или кому он сам Бог желает дать, тому и дает. Вот вопрос звучал как. Три. Кому? Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос опять же заключается в том, что Господь нас посылает, говорит, идите проповедуйте по всему миру. А если Господь посылает, и Он сказал, Он лишил бы тебя всякого дара проповеднического, как бы он мог тогда там нас послать? Конечно, дан каждому. Каждому. Дух Святой там. Дух Святой дышит где хочет. Поэтому мы знаем, что и баптисты проповедуют правильно до определенного уровня. Но, стало быть, у каждого есть этот дар, только в разной степени он. А если степень у тебя маленькая, то ты можешь ее возгревать себе, этот дар, расширять его, совершенствовать. Это другой вопрос. Но да, каждому дам, потому что изначально Бог сказал, определил нам действие. Вот нужно это делать непременно. А если это нужно делать, значит Господь тебя лишил бы всякой возможности. Даже если мы знаем, что могут проповедовать физическими недостатками. У каждого свой дар. Но он есть.
у каждого. Только он в разной степени и в разной форме может выражаться. У каждого кого? У каждого верующего человека. Верующего во Христа, его как спасителя. Нет, такой нет. Да. Это, как сказать, он дал дар Бог человеку, и я могу принять только столько этого дара, сколько я могу вместить. На сегодня. И не больше. А поэтому, а чтобы иметь больше, я должна заниматься Словом Божьим, в нем научаться, и тогда как этот дар, и как он расширится, да. Писание, да. А если я только мне один дар, и я один же принесла, он мне скажет: лукавый раб. Да. Ну, да. Умножать надо. Да. Притча о талантах вспоминаем. Да. 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 Так, еще рассуждение. Дальше. Дальше. Разрешаешь, брат? Ладно, едем. Попросим. Попросим. Второй стих, он связан с первым, естественно, это само собой разумеется. Второй стих послания, первого послания апостола Павла Коринфянам, 4 главы. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть домостроители были апостолы, но и мы только что в начале занятия сказали о том, что мы тоже являемся соработниками Божьими, домостроителями Его, поскольку мы занимаемся изучением Священного Писания. И для чего? Для того, чтобы донести эту тайну в определенной степени, в определенной мере, зная по благодати Божией, пытаясь понять, кому это можно и нужно, и в какой мере каждому человеку, который с нами беседует, который рядом с нами. Поэтому мы должны себя совершенствовать. Поэтому и призывает нас апостол Павел в этом втором стихе, что мы должны быть верными. То есть домостроители должны быть верными. Какое толкование? Начнем здесь с толкования Феофилакта Болгарского, а потом уже параллельные стихи. Их немного к этому стиху. То есть требуется, чтобы домостроитель не присвоил себе того, что принадлежит господину. Не располагал ничем, как господин, но всем распоряжался, как чужой, господской собственностью. Принадлежащего господину не называл своим, а напротив, свое почитал принадлежащим господину. То есть все дары, которые существуют в человеке, они принадлежат Богу, да и само и тело, и душа, все это принадлежит изначально Богу. Мы уже в первой главе послания апостола Павла Коринфянам, в третьей главе, вернее, говорили об этом, как нам говорилось о том, что «а вы Христовы». Когда мы таким образом поступаем, то мы оказываемся верными. То есть мы знаем, что все дары, они даны от Бога нам. И воссылаем славу, благодарение Богу за то, что мы имеем. А не присваиваем себе, что это я вот такой умный, что вот мне дал Господь. Опять же, Господь когда дал, значит, нужно вернуть Ему это, потому что это не твое, а слава принадлежит Ему, давшему тебе эти дары. Имейте ум Христов. Да. Параллельные места. 1 Коринфянам 4 глава, 17 стих. Но мы еще до нее дойдем, хотя здесь оно к месту процитировано. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». Верного в Господе Сына Тимофея. И вот, 2 Коринфянам 2, 17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Вот так и мы должны поступать, как апостол Павел. Не повреждая Слово Божие, тогда будем верными, верными Господу. Тогда мы будем настоящими домостроителями. 2 Коринфянам 4, 2. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Как понимаете этот стих? С трудом. С трудом? Ага. Повторить нужно? Да, медленно. Ага.
Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Совести всякого человека. Вот этот. Совести всякого человека. Вот. Добро. Отвергли постыдные дела, открыли Слово Божие. Это их жизнь, значит. Жизнь у них по Слову Божию. И они открывают свою жизнь, чтобы все люди видели и смотрели, как они живут. Брат спросил, как понять, открыть себя, представить себя совести всякого человека? Потому что у всякого человека есть совесть. Вот она есть. В какой-то степени. И, как правило, совесть работает в одном направлении. Мы других можем судить совести как-то, а себя как-то совесть иногда успокаиваем, свою совесть. И особенно, когда за чужими недостатками. Они открыто себя ставили, апостолы, у них же вся жизнь была открытая, они не скрывали ее. И, соответственно, каждый мог посмотреть, и их совесть внутренняя могла им сказать, правильно этот человек живет или неправильно. А когда они увидят жизнь этого человека праведную, а их совесть могла бы даже и обличить. Последствия, что я-то вот неправильно живу, а этот человек живет правильно и ничего не скрывает. То есть совести всякого человека, как бы оценки каждого человека, как оценивают они людей этих, домостроителей, как они нас оценивают. Если мы живем во Христе, если мы живем чисто, тогда и оценка будет высокой, она будет славной пред Богом. Да. Но тут же сказано, совести других, всякого человека, совести, то есть его совесть, не моей совести, а его слушающего, не слушающего, а совесть, а мы будем перед ними хорошими. А какая у него совесть? Это зависит от того, какая у того человека совесть, которая тебя слушает. А в этом как раз и заключен глубокий смысл слов апостола. Да. Да. Совести. Я вот, ну, по своей семье просто даже знаю, что как бы я вот, что бы я ни делала, я все равно им не по нраву, я скажу. И как бы я ни сказала, все равно это им не понравится. Потому что совесть вот у каждого из них, она у всех разная. Вот у нас 6 человек живет, и у каждого совесть разная. Даже вот один так вот на это посмотрел, другой иначе. Этот поругал. Этот еще круче, а другой вообще посторонился, отвернулся и пошел. Может и такое даже быть. То есть никто там, не думайте, что нас там кто-то будет благодарить. Ну, кто-то и поблагодарит, конечно. Кто ищет, кто человек не мертвый, у кого совесть не прожженная. А если совесть никак не работает? Ну, я вспоминаю случай, когда вы говорили о том, что ваше поведение вызвало одинаковую реакцию у всех ваших домочадцев. Какое-то слово или что, какой-то поступок, но они оценили одинаковый. Причем оценили это как положительное. То есть они приняли это для себя. То есть у каждого из них была правильная, нужная оценка в конкретный момент. И совесть, она все равно похожа у людей, потому что это глаз Божий. И люди адекватно оценивают, когда даже неверующие, хорошие поступки, они правильно вот оценивают, что это хороший поступок. Плохой поступок – это плохой поступок. Если человек подлый, то он будет подлым, его оценят. Вот верующий, неверующий, он скажет, а этот подлый человек, или этот лживый человек, этот завистливый человек. Вот как Пилат, например, как относился к людям, к верующим. Он говорит, предали его из зависти Христа, то есть... Он увидел, что они завистливые, хотя вроде бы считаются верующими. А совесть-то, значит, у него была правильно оценивающая ситуацию. Я думаю, Игорь, ты все, прости, пожалуйста. Я думаю, что нынешнее положение в обществе совершенно не такое, о котором мы говорим. Потому что вот разные по возрасту люди, и вот у меня сейчас Степа, например, он уже подросток. Он уже не мальчик вот такой, он уже подросток. Но сравнить его со старшим уже нельзя. И дать оценку, что хорошее это или плохое, они абсолютно по-разному дадут. И у этого все, что плохое, он скажет, это хорошее, подросток. Потому что на чем он воспитывается?
Вот на чем он воспитывается, он так и будет давать оценку такую. И не думайте, что мы все, вот мы сейчас вышли, например, говорим, и все одинаково это поймут, ну, каждый по своей совести. Нет, по-разному. Нынче общество не такое, скажем, какое было в мое время, когда я росла, когда я воспитывалась. Не такое. Даже взять вот, какие мои дети, сын, вот, это тоже было общество другое. Ныне общество совершенно, вот, ну, как сказать, даже не то, чтобы однородное, а очень разнородное и... более развращенная, развращенная каким виртуальным миром. И он не понимает вот этой среды живой, вот то, что его окружает здесь, он больше в виртуальном мире, и поэтому у него понятие о добре и зле совершенно не такое, как у нас. Да, Николай. Ну и тут, мне кажется, знаете еще какой смысл? Можно извлечь из этих слов, что для совести каждого человека это не значит, как они оценят тебя конкретно, там, Сидорова, по этим трем показателям, как ты там Слово Божие там исказил, нет, как ты там жил или прочее, а что вот это на суде Божьем будет ему как обличением, то есть ты видел таких людей, ну я к примеру, вот так вот, как бы, ну, представляю для себя, видел таких людей. Ну да, ходили там какие-то. Они правильно поступали? У совести спрашивают. Да. А почему же ты тогда человек, ты там не пошел туда-то, туда-то, в церковь там и прочее, и прочее, крещение не принял? Ну, я там думал, вот тебе и ну. Запрягут тебя и поедешь с бесами в паре, может быть. Запрягут тебя. То есть, чтобы не было тебе, как бы, ну, потом, отговорок, что ли, что. А я не видел, я не знал. Почему и сказано, что идите по всему миру. Не значит идти и проповедуйте всему миру, но идите по всему миру и проповедуйте. А кому проповедовать? Только тому, кто примет, я так думаю. А то, что говорить каждому встречному и поперечному, ну так никакой жизни ни у каких апостолов не хватит. Там даже у Ноя не хватило бы. Или там у Адама, живя он 900 лет, все равно не хватит ему, чтобы всем... Хотя в то время население было там ерунда, может быть, миллиарда-то не было, там несколько миллионов. А может, и миллиона-то не было. Но все равно не хватит. Вот, мне кажется, для чего? Чтобы не было оправдания. О совести. Да, да. Вот, на этой неделе удалось посмотреть, по милости Божьей, Джим Эллиот есть, был, там, Джимми Эллиот был такой, американский проповедник, где-то 50-е годы. Громче. 50-е годы. Ну вообще Америка славится вообще этими проповедниками разными, это у них нормально считается. Это у нас коммунистическая идея только одна, а у них это в порядке вещей ехать, их кто-то финансирует, верующих собираются. И вот его вызвали в Эквадор, он думал поехать в Америку. И там было племя такое, я не понял, людоеды они или не людоеды, но они были очень агрессивные, и их вообще никто усмирить не мог, вот этих. Куючи какие-то, я вот четко уже не помню точно. Но конкретно вот одинаковые племя, бегают все полуголые, вот эти нормальные, их можно с ними работать, а эти вообще никак не поддаются никакой дрессировке, если говорить. Они не сговорчивые. Вот. Но Джимми Эллиот перед со своими сверстниками поставил такую задачу, добиться до них во что бы то ни стало. Сняли фильм, документальный, художественный, мультик еще сняли про это событие. Событие очень известное. Ну, сразу скажу, его убили, дикари эти, в конечном итоге. Но после этого племя обратилось к Богу. Вот надо было его убить, и тогда, и потом сразу обращение произошло, и сам же тот, кто убивал, и рассказывает, он тут же сидит и рассказывает, как они вот убивали, почему убивали. И вот, а сейчас вот мы другие стали. Причем его никто не посадил за то, что он убил, просто дикарь, а что его садить? Вот, за что? Он рассказывает, кто кого убил. И там было, кажется, 5 проповедников, друзей. Но были Джимми Эллиот. Но смысл в следующем, что они вот целую операцию произвели. Они выучили язык там от сбежавшей девушки немножечко. Летали там, придумали метод подачи. Они же не могут спуститься к ним, потому что их сразу закидают копьями. Они кружили на самолете, держали корзинку. И причем эту методику он на карандаше, когда учился, мальчик баловался, привязал к карандашу веревочку и вот так болтал его, просто крутил. И тут его осенила идея, о, а карандаш-то стоит на одном месте. Он крутится, да, а карандаш как стоит на одном месте. И эту методику он потом, будучи миссионером, использует, когда самолет кружится, а корзина с подарками стоит на одном месте. Ну, и вот как раз через эту корзину они им скидывали подарки очень долго. Ну тут наконец-то они спустились. В конечном итоге
взяли одного на борт, и когда они уже все расслабились, их закидали копьями. В общем, я смеюсь не потому, что мне там их не жалко, но ситуация была комическая. Потом рассказывают, почему. Оказывается, там у них внутри были обычные человеческие разборки, внутри этого племени. Это обычно, как они рассказывают, это обычная жизнь была, ревность. Девушка влюбленная там в парня, парень влюблен в девушку, кто-то ревнует. И, в общем, они попали в заговор дикарский. Просто когда их увидели, мальчик с девушкой, прибежали к этим проповедникам, они обрадовались, это уже все будет потом известно. Проповедники обрадовались, что с ними вышли на контакт, а эти просто ради интереса прибежали посмотреть. А когда они вернулись в свое собственное племя, их начали, а что вы с чужаками общаетесь? Они говорят, нет, это чужаки нас захватили в плен. То есть они обманули. Они на нас с оружием накинулись, они даже это. И вот вот те, кто первые вышли на контакт, из-за них, собственно говоря, и погибли проповедники. Они вышли, эти радуются. Но совесть его потом мучает. Он сидит и рассказывает, да, вот мы убивали, все. Я посмотрел, вполне адекватные люди, хоть дикари, но просто языка не знали. У них обычные человеческие взаимоотношения, доведенные просто до жестокости. И тут эти выскакивают, как, вас чужаки захватили в плен, а они тут же с копьями раз их закидали камнями, те даже не ожидали, не успели сообщить. В конечном итоге, когда дикари приходят и смотрят, так у них же было оружие. Я не задаю вопрос, а почему же они нас не убили? Дикари мыслят головой своей, после того, как их закидали камнями, приходят у них там этих винтовок навалом, у этих проповедников. А почему же они нас не убили? И вот это их потом задело, совесть их. Они уверовали потом, сказали, вот, так они же как нам были добрыми, а мы зачем их закидали этими копьями-то? Сейчас придут белые люди, нас там начнут гробить. Ну там приехали белые люди, их просто не стали убивать, ну и так далее. Там всю Америку всколыхнул этот случай, когда убили этих проповедников, но никто им не мстил, вот в чем дело. А в конечном итоге вся деревня почти уверовала. Ну там за единицу. У меня все же, это прости, закончил, ну, я поняла, что... У меня все же, вот некоторое какое-то... смущение, что ли, ввело. Вот брат говорит, не надо, надо как бы выборочно говорить. Нет. Ведь сказал это Евангелие от Матфея, 28 глава, заканчивается тем, что идите по всему миру. Он же не сказал, что выбирайте, кто там вас примет, кто не примет, а идите по всему миру. Засвидетельствовать, научить, научите. Ну, там их крестят. Научите всему, что повелел я вам. Так, а он не примет. Ну, не примет. А я же не могу определить, примет он или не примет. Я так думаю, что я должна ему засвидетельствовать. А это уже его забота, принять ему или не принять. Услышит он или не услышит он. Идите по всему миру. Научите все народы. Да, Надежда Ивановна. Просто здесь, мне кажется, здесь нужно подойти с рассуждением и с мудростью. Прежде чем проповедовать, нужно обязательно внутренне помолиться, хотя бы внутренне помолиться крепко и попросить у Бога благословения на эту проповедь. И Господь тогда откроет, свинья перед тобой или не свинья, растерзает она тебя за слово или нет, или, в всяком случае, стоит ли здесь бросать бисер. Именно, мне кажется, это подскажет Господь через молитву. Я еще раз... Простите меня, но я еще раз скажу. Вот мы едем на... Я уже из конкретной практики. Вот прямо из конкретных. Мне много приходилось ездить с благовестием. Вот в Ребрих. Мы помолились, прежде чем поехать. Мы здесь на молитве у нас, в храме прямо молились. Там, прежде чем молились, там заходим, разделились по улицам, молились. И в одном доме, что вы думаете? Везде встречают хорошо, а в одном доме меня за шиворот и за дверь выталкивают. Но я же тоже молилась. Так ты жива осталась, слава Богу. Да слава Богу, а я даже обрадовалась, что меня за шиворот и вытолкали. Я иду сначала-то, конечно, я же не знаю, что там будет за моей спиной, что эта женщина настолько оказалась... Она, в общем-то, равновесная, сомнение, ну, чуть повыше ростом. Она такая же, как я. Но я не ожидала того, что сейчас меня возьмут за шиворот. Она сразу так приняла. И вдруг раз меня за шиворот, и за шею, и за дверь. Я сначала-то, конечно, а потом, когда уже за дверью, думаю, Господи, слава Тебе, да какую же награду я получила-то. Поэтому
надо. Я не знаю, что там дальше потом там было, но она, эта женщина, потом осталась там. Я пошла дальше своим путем. Я иду, продолжаю тот же путь, на который... Но она-то там осталась. Что с ней-то потом? Может, она и подумала. Но я зашла и засвидетельствовала. Моя совесть чиста. Еще раз читаем. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Все народы, да. Еще дополнить могу. Мы сегодня, вот, сегодня или вчера с Игнатием читали утром Евангелие, когда с толкованием блаженного Филакта. Господь, когда посылал учеников своих на проповедь, первый раз, когда они пошли, Он говорит, ничего с собой не берите, ни сумы, ни посоха даже, чтобы они были нестяжательны. И что, где, в каком доме вас примут, оставайтесь, например. А если, например, зашли в город и вас там не приняли, выходя, отрисите прах свой. Вот что, вот ответ тоже. Александр, именно я подтверждаю, сестры нашей, Нины, Александра Нины. Нина Александровна, извиняюсь. Вот что, вот так Господь прямо сказал, зашли в город, не приняли, но ты должен засвидетельствовать. Не приняли, развернулся, прах отряхнул и ушел оттуда, все. Был такой у меня случай, когда мне пришлось действительно, вот, ну прямо реально вот, отряхивать пыль. Был такой случай, когда меня не приняли, я пришла, привезла целую сумку, я была посланная в тот раз. Я не просто так пошла, а меня брат Игорь нагрузил. Добунов, который сейчас у нас в командировке, вот, и послал, езжай в очки. И я, когда приехала, меня там не приняли, я говорю, я вам Евангелие привезла, вот, сумка целая, я ее едва-едва несла, там и там меня провожали, тут дети дома посадили, там меня никто не встречал, я там едва-едва ее донесла, такая сумка была тяжелая, и меня не приняли. И не просто не приняли, а еще и сбросить с крылечка там собирались. Я когда вышла, иду, я сумку не унесла, там, она у меня там оставалась, потом я ее попозже взяла. Но когда вышла и думаю, что я делаю, я уже отошла. А что нам Писание-то говорит об этом, если не приняли? А написано, отряси прах. Я постояла, потрясла, и мне показалось мало, что-то сухо очень было. Я взяла еще раз, потрясла. И пошла и дальше. И у меня такая была радость. И я эту сумку потом, я ее всю, эту, все книги, которые я привезла, я ее раздала на одной улице. Все Евангелия, там дополнительная была, там буклетики такие были со стихами из Писания. Я их все раздала на одной улице. Аминь. Слава Христу. Игнатий Иванович, хватит. Слушать, говорите, завершайте. А насколько по времени? Занятие заканчивается, сейчас, теперь сейчас. Ваше заключительное что, слово. Да. Оценку нашим занятиям. Вы слово домостроительство совсем не разбираете, а с него начали. Вы уж и дальше. Нет, разбирали. Мы до этого разбирали. Столько не надо. Я говорю, вы потом докажете. Домостроительство. Я строитель. Тут мне все понятно. Из чего дом строится? Закладывается фундамент. Вы даже сразу привести 1 Коринфянам, 15 глава, 3 и 1 стихи. Никто не может положить другого основания. Ни православные, ни католики, ни мусульмане. Никто. Домостроительство – это будущее царство, строится на земле. Да придет царствие твое. Вот оно пришло. Где оно приблизилось к вам? Где? В лице Иисуса Христа. А вот дальше вы где считаете, там принят верою в народах, заново пересчитайте. И не просто прочитать надо, а это все наложить на себя. Как я вошел в это, как строитель? Через это ли я стал строитель? Откройте, с чего начали? А вы говорите, начинали. Вы не начинали даже. Это у нас лето, мы еще на улице разбирали. Так, внимательно, фундамент заложить. Основание называется фундамент. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Вот тайна называется тайна домостроительства. И тайное воплощение Иисуса Христа. Оно на этом заключается. Это основание. Дальше. Великое. Эта тайна принадлежит людям, живущим благочестиво. В злохождую душу премудрость не войдет. Голуби у злых людей не водятся. Он даже желал бы, а они не будет. У меня недавно один попросил голубей, даже не один, а два. И я послал. В одну коробку 12 голубей заложил здесь у меня, они хорошо. Мне только белые нужны. Ну, патриарх все запускает белые голуби. Я дал белых, там, турманы с такими
породистые признаки, там гребешок, обножка. Я, а он старообрядец. Я говорю, все, ты не старообрядец. Старообрядцы голубей не держат, потому что они свирепые, у них не водится. Он свинью будет держать, а это не будет. Не будет. Злые люди голубей держать не могут. Это уже, ну, даже алтайская правда, Сухарь это описал. У злого человека голуби не водятся. Он даже возьмет их, они передохнут. Он забыл им дать есть, и пить и прочее. Вот. Великое благочестие тайна. У благочестивых. Благочестие там, когда ты видишь во всех творение Божие. Образ Божий. Придумали эти законы, молиться нельзя. С кем молился, такой страх на них. Вот у нас сколько старообрядцев, их под железную пету. Хоть один раз в храме к нам придут помолиться, до этого ходили. Отлучать, от причастия. Без причастия ты сдохнешь, в рай не войдешь. И они сейчас сидят. Я пошел, а всего два дома. В одном доме одна, а в том доме двое. И вместе они все у одного батюшки причащаются. Николы Думного в Барнауле. А почему вы не молитесь? Ну, не знаю, я одна, мне как-то к ним неудобно, там муж с женой. Да какая жена-то там? Это моя родная сестра. Что, она тебя выгонит, что ли? Вы видите, что мы идем на моление в храм? Ну да, так что же, с Никонянами молиться нельзя. Какие мы Никоняне? Там у нас Никоновского ничего нету. У нас все авакумская ревность. Ну, вы пошел в тот дом. Ну, мне это надо. А чтобы уговорить их, Володя хорошо лепешки печет. Я лепешек набрал, чтобы там с медом, с елеем уговорить. А почему не приглашаете? Вот она такая хорошая женщина, а которая одна, моей жены сестра. Ну тут родня уже со всей стороны. И то они не могут. Мы начали тогда считать, сколько они приехали, сколько недель. И ой-ой-ой, получилось на 3 шестерки. Это столько суббот-воскресенье было. Живу там, допустим, 12 лет. И умножь теперь 56. Ну и ни разу не собирались, ни разу. Ну, видите, мы пошли молиться. Ну, мы себе собрались трое. Эта книга толстая вот лежит. По ней молились. Не будете вы этого делать. А матери ваши искали всегда, где им нельзя было молиться. Тоже такие же наставники были, старообрядческие. Но сами они искали, где тут староверы. Они живут, как большой шульха на руку. Идет мимо православного храма, то плюнь на него. Почти до этого дошли. Вот, положили основание. Дальше. Великое благочестие тайна. Благочестивое или нет? Тайна открывается благочестивым. А этот он не будет, он будет спорить, он лопаться от злости будет. Я говорю, нет спасения там, где тебе запретили молиться. Нет. Зайти к нам в храм, помолиться нельзя. Ему это смертельной опасностью грозит от своих пастырей-то. А главное, нельзя пойти, там родной брат ее. У моей сестры родной брат священник. До этого ходили, все. А которые там такие изверги собрались, они их зажали и все. И кто изверги-то? Как раз и его, ее мужу, брат родной. Это палачи, убийцы. Основания нету, а Христовой любви нету. Нету совершенно, они даже не слышали про это. Главное, ни с кем молись и суди всех, больше ничего нету. И чтобы ременная лестовка была. Мы старообрядцы. Староверами надо быть, а не старообрядцами. Старые тряпки. Старообрядка. Старовер – это тот, кто верит по-апостольски. Самая старая вера. Дальше. Великое благочестие тайна. Я это принял. Живу благочестиво. Мне она открывается. Христос умер за меня. Вот теперь я строитель. Я могу от фундамента до карниза довести. В стройке называется «сдать под ключ». Ключ только передали поселенцам. Они заходят, открывают. Все там есть. Но нет только диванов еще. Второе. Что он говорит? Явился во плоти. Что? Явился во плоти. Вот в это надо поверить, что он явился во плоти, и ко мне он пришел. Он за столом у меня сидит, я другой, как Захей. Половину имения раздам, кого обидел, четверо. Ты в это веришь или нет? Без этой отдачи тоже ничего не будет. Нет домостроительства. Но когда все мы это выполняем, я строитель. Тогда я знаю, так же принимаю людей, так же делаю, и все вместе мы строим, возрастайте в Божий храм, говорит, в совокупности. Одному дал то, другое, третье какое. Вот вы рассуждали, ну, а мне не дано свидетельствовать. Такого нет нигде. Талант это не означает, одному дал талант творить добро, милостыня, а другому нет. Это всем дано. Отдельный талант говорения на языках. Отдельный талант расшифровывать, что сказали, он дальше перечисляет. Дар пророчества. А уметь творить добро, это не тот талант, который дан определенным людям. Все ли пророчества, все ли, Павел говорит, а творить добро все до одного. Это как дыхание. А то мне не дано, поэтому, а ты сам себя определил, тебе не дано.
Да где нужно, что ты? Ты заметил, тебя задели где-то, у тебя язык на 2 метра впереди хлещет по асфальту. А тут проглотила язык, не можешь пару слов сказать. Старообрядческий дух задушил в ненависти. А ты скажешь, он воплотился. И я уже приблизился к Господу, он со мной, мой гость. И мало того, он отдает себя в пищу мне. Ужас какой. И на этом пытаются попы играть. Вот которые здесь, не будешь подо мною? Отлучу. Не коньяне, это так, патриарши. Точно так же действует. Точно так же. Главное, ни с кем не молиться. Не молиться. Главное, грех это молитва. Да он ни с кем не молится. Ну вот и хорошо, лишь бы с никогда не молился. Он не знает молитвы. Но это нормальное явление. Он не знает. Дальше. Ты принял это? Вот уже строитель получается. Дальше шлифовка идет. Это одно на другое накладывается на кандидата в строитель. Еще не строитель. Еще не хватает чего-то. Следующее. Оправдал себя в духе. Это Господь оправдал в духовной жизни. Вот живя здесь, пил, ел с мытарями, он пьет с пьяницами. В этом он не оправдал себя. Так все делают. И вино пьют. И в духе, духовно, с какой целью? Он приблизил себя. Он показал, что он такой же, как все. Он не отверг нас. Он сделался подобный нам. Мы бараны, он бараном сделался. Мы русские, он как русский идет среди нас. Он во всем уподобился, кроме греха написано. Чтобы мы приняли его, хотя он не посчитал хищением быть равным Богу. Но хищение это похищение. Я вам скажу, я такой президент, но такой, я славу Путину своровал. Вот. А он не посчитал Христос это хищение. Почему? Потому что он Бог. Это его свойство, он это есть. Вот. Он оправдал себя в духе, в духовном намерении. Для чего это он все делал, для чего исцелял, для чего смоковницу иссушил, для чего воду превратил в вино. Это в духе только оправдание. По плотскому не надо. Вот сказали бы, тут такой проповедник, тут такой учитель, который воду превращает в вино. Да сегодня не протолкнуть бы на эту улицу было-то. Канистры гнали бы, фляги, бочки. Вот здесь вот цистерны сейчас бы пригнали. Прямо состав целый. И только бы он подошел, покропил, открыли вино запашистое, выстоянное, там французским всяким. Понимаешь как? В духе это оправдывается. Он показал строгость своего учения, а не расплывчатая вода. Ты понимаешь, о чем речь-то идет? Он оправдал себя в этом действии, только в этом. А я пью, а Христос же там где-то, я не знаю, где-то, ну, какая-то баня или как называется, кани, что-то. Он не знает даже кану назвать как. У него баня, в бане там вино гонят. Вот тут он оправдал себя в духе. Теперь я это оправдываю, свои поступки в духе. Меня во многом обвиняют. В духовном плане я оправдываю. Это приближает к Богу. Я должен ему подражать. Это все идет курс за курсом, подготовка строителя. Я как мудрый строитель положил основание. Дома строительство. А дом возрастает, один говорит, это Царствие Божие. Мы строители. Вот вы совершенно не тронули этот вопрос. Ты строитель? А что ты строишь? Как строишь? Да, ты врач, хороший врач. А кого ты латаешь-то? Безбожников, пьяниц, блудников. Учатся на это. Тебе лечить придется отбросы общества, которые никогда к Богу не придут. Никогда. Зачем ты их лечишь? Затем, чтобы он теперь выпивал флягу вместо одной бутылки? Или ты ему успеваешь сказать о Боге, налить ему туда другое? Если такой цели нет, боишься, что с работы уволят-то, ты не нужен там, для того строительства. Ты здесь хорошо устроился. Мы устроители своего здесь хозяйства, чтобы было. Дальше. Показал себя ангелом. Видите как. А ты говоришь, а что ты себя хвалишь-то? Он показал себя. Ангелы увидели его в яслях впервые, они не знали, кто он такой. И к нам это относится. Мы должны, это пред ангелами. Мой ангел-хранитель. Он не поразил меня сегодня ночью. Что я делал? Не поразил днем. Где я был? Вот я теперь должен перед лицом ангела все делать. Чтобы он мечом не поразил. Нечестивых он махнет, и 185 тысяч лежит под стенами Иерусалима или Барнаула. Я это верю. В страхе Божьем. Страху Господне научу вас. Придите, дети. Придите. Вот дай ему колбасу по 5 копеек. Пут. Они придут. А страху Божию придите, дети, не придут. А зачем страх? А что я, раб Божий, еврейскому Богу верить буду? Понимаешь как? Еврейским грехам все научились, а еврейской праведности никто не хочет даже слышать об этом. Праведность во Христе, через Иисуса Христа. И ты в каждом пункте начинаешь подражать Господу, и в конце подними руку. Ничего не стоящий, а раб-строитель, не получается. Восполни, Господи, мой недостаток Духом Святым.
Кто Духа Святого не имеет, тот не его, тот не может усовершиться, быть настоящим, отвершимся и показать себя ангелом. Не боишься показать? Ты не боишься ангела? А зачем бояться-то? Мне вместе с ним вечность проводить, там перегородок не будет. Вместе верные и ангелы. Ты должен жить ангельски. Когда поют «Иже херувимы», перевод на русский язык. Мы, которые стоим, прообразуем херувимов. Да какие херувимы-то? Ой-ой, какие же слова-то мы поем? Только знаешь, что нужно стоять, не садиться. Да что не садиться, ты летать должен, а не летали херувимы. И все это надо объяснять. И вот отсюда тогда появляется огонь духа. Ты здесь видишь не такой, в каждом пункте, в конце поднимаю руки, сдаюсь. Белый флаг выброшен. На нем я пишу, ничего не стоящий раб. И сеющий, поливающий ничто. Я хочу быть строителем. Господи, соделай меня, я буду этот дом строить. Устроим домостроительством. А в домостроительстве всегда есть начальствующие прорабы. Я прораб. Это священники. Но над ними есть еще там инженеры по технике безопасности. Это наши епископы. А они закрылись, а секретари, секретарши, к ним не подобраться ничего нельзя. Это не домостроители. Они устроили здесь на земле князья. Князья этой земли, этих вилл, строят дачи себе. Еще что? Проповедуем в народах. Ну, ясно. Каким образом про это все узнать людям? Только через проповедь. Не через богослужение. Нам веру Христову не принесли на Русь. Принесли богослужение на непонятном языке. В дыму кадил, вкрапление кистью машет, там, метелкой, чем угодно. Люди Христа не знают. И поэтому пришли к полному, абсолютному разложению. Ведь... Ну, насколько это достоверно, я не знаю, ну, статистикой пользуюсь. Будто бы там какой-то Гейдрих, кто писал Гитлеру отчет, что славянские нации непобедимые. Потому что в плен берут девушек, там, с 18 до 25 лет, 80, кажется, 5% девственницы. Это невозможно, такую нацию победить нельзя. А при чем тут девственницы? Да разложите их под немецких офицеров, не в этом дело. Они имеют страх Божий. Они рабами никогда не будут. Они господствуют над страстями своими. Самая сильная страсть в юности – это похоть плоти. И он это понял, немецкий, кто там, врач или кто. Я говорю, что я не достаю. Но это точно, абсолютно. Сравним себя с мусульманством. Мусульманство непобедимо. 100% девственность. И все на этом. Посмотри, как они одеты. Я сейчас ролик поставил там на мусульманку, как они поют-то там, девчата. Молоденькие вот такие вот, как они складывают. А Аллах поют. Ну, зайди на форуме. Я видела. Видела? Я уж третий раз его слушаю, не наслушаешься. Это христианки были бы, если бы монахи не сидели в заперти. 6 столетий, не 6 дней, 6 столетий просидели, выпарили. И он не мог не прийти, Мухаммад. Сегодня один зашел ко мне на в этот, в Mail.ru и задает вопрос, а кто такой Мухаммед? Даже не Мухаммад. Но я о нем проповедовать не призван, я проповедую о Христе. Но в каждой фразе, которую я беру из Евангелия, показывается, кто такой Мухаммад. Всякий дух, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Евангелие первое послание. Я ему туда. Кто будет говорить не то, что написано в Библии, хоть 100 книг других, пусть они называются как-то. Кто он такой? Анапима ему. Анапима, независимо от того, какое ему имя. Я не поминаю никого, я просто ему фразы эти взял и дал. Вот теперь и смотри, кто он такой? О ком ты спрашиваешь? Я даже произносить имя не буду тебе. Ты сам догадайся. Еще проповедуем в народах. Через это Господь ищет добровольцев. Они негодные еще, но не говорят, я пойду, нас никто не нанял. В 11 часу прими. Вот они заходят теперь. И вот теперь отсюда мы возвращаемся к первому пункту. Этот пункт поворачивает обратно, новый круг делает. Следующий. Принят верою в мире. По-другому нельзя. Верой, а не стоянием. Верой во что? Что батюшка отпустит грехи, что вера наша самая истинная, 2 перста, Иисус со мной. Да у евреев, этих, у мусульман Иса, 3 буквы всего только. А 3 буквы Иса, я не знаю, что это Иисус. Сколько там буквы? Ты не скажешь им, что это не Иисус, они говорят, это Иисус. Но это вы так придумали. Ешуа. У нас книги толще. Дальше. Принят верою. Значит, его надо принять. Кто принят верою? Принят верою в мире. В мире, именно в мире, в мире. Господь готовит себе строителей, домостроителей, так скажем, строить великое Царство Божие. Это все называется домом. А в доме есть сосуды в низком употреблении и высоком, в чистом употреблении. В доме есть, и дальше перечисляет Павел, послание к Тимофею, что в доме есть.
Это Дом Божий. Дом Божий – это Церковь Христова, которая возрастает в будущем в Царство Небесное. Ко мне подошли в субботу здесь, я не вижу их, спрашивают двое. Говорят, а вот Господь сказал через одного человека, говорит, не видел того глаз, не слышало ухо. Это где будет, там или здесь? Буквально сказано там. Ну а разве здесь не так? Вот мы были неверующие, а что нам Бог показал? Духовное здесь. На сердце не приходило, когда ты христианин будешь, что тебе откроется? Я каждый день благодарю его, Господи. Вот я бы не уверовал, не попал в ту семью Михаила, Иоанна и Еремея. Где бы я был? Я ничего не вижу, кроме разверстой пасти могилы. Я бы был там. При моем характере, при моем вот, небезразличии ко всему, что творится, я бы обязательно в ваххабиты записался. Я когда узнал бы, что если туда можно попасть, у них славян много там берут, я стрелял на сотню, я бы снайпером пошел, я готов был отомстить. И Бог это знал, этого Савла, его нашел. Нашел и в полноте преизобильно открыл за десятины мои. Будьте за десятинами, преизобильно открою. Тебе почему не получается? Жадно, десятину боишься отдать. А ты под давно бы отдавал уже 2-3, как Тавита 1-8. Поэтому нет благословения, нет памяти, нет ревности. Даже здесь придут и спят, сидят. Да, наполовину еще опоздают. Какая же ты, какой это строитель-то? Самое простенькое сказать, подвинься, а что я буду двигаться, дергаться? Да ты куда не скажи. Скажи, ползи, я сейчас вот по-пластунски поползу здесь. И быстрее тебя выползу на улицу. Что ты дергаешься-то? Самоотречения нет. Отвергни себя. Ни одного дня еще не жил человек. А он не может туда пролезть. Он растопыршился в гордости. Гордо Бог противится, Бог задержит, не я. Вот. А когда ты отвергся сам себя, теперь я такой толщины, какой Богу угодно. И живу не я, живет во мне Христос. Ты все будешь видеть по-другому. Это все какое-то ущемленное, что-то недохвалили, недодали, недоели. Все времени вам не хватает. Это ложь. Это лживое воинство, лживые домостроители. Они не строители. Строитель на деле Божьем, он ни с чем не считается. Никакой воин не связан с себя делами житейскими. Вот с мучатами тешится, еще что. У меня внук, у меня внучка. Заботилась о детях. Проиграла. С внуками тоже проигрыш. Внуки не могут быть лучше тебя. А ты все по другими покровами кроешь. Какой домостроитель? Домостроитель это в полноте на 100%. 99 Богу не нужен. Вот он я. Вот я. Только вот я должен сказать. Ты мне дал слово. Сиди, не перебивай. Попал Виктор Андреевич. Да, теперь я не главный. Я еще не закончил. Дальше что? Все. Вознесся во славе. А теперь надо подумать. И когда все закончится, стройка закончена, пойдешь ко мне в гости. Я у тебя, Господь скажет, отгостил. Жил в твоем теле, сотворим с отцом обитель. Я с тобой жил. Ты знаешь это? Да. А некоторые даже не будут знать, а когда ты был у нас? А когда мы видели тебя, накормили? Когда мы тебя напоили? Когда посетили? Вот. А теперь вознесся во славу. Это Господь! Но ты будешь вознесен в встретении Господу. Ты домостроитель. И вот этот домостроитель, вся церковь будет вознесена. Домостроительство закончилось. А вы говорите, вы говорили о домостроительстве. Не говорили вы и не начинали даже говорить. Ты ежедневно должен знать, ты домостроитель. Но на стройке приходит человек другой, а у меня никакой специальности нет, то, что кирпичи подносить. Один каменщик, у другого более сложно. Бывает такой стекольщик, он половину ящика переколет, пока одну шипу ставит. А другой делает, у него все как надо идет. И начинает новая специальность. Его куда угодно могут сунуть. Работа одна закончилась, ну, ребята, у нас плотницких работ нет, а вы каменщик. Он говорит, а я и плотник, он уже и плотником. Коснулось что-то другое, то он и штукатурить может, ему опять работа, он больше всех получает, то он маляром может быть. У Бога должны быть все специальности. Понимаешь как? Да кого у тебя таланта нет? Найди тех, которые научат, которые потащат тебя. Вот у Иуды Бен-Гура есть так, их там пытали, искали, где золото-то. Ну ему отбили ноги-то хозяину, а другой язык отрезали. Он говорит, меня носит на руках, говорит, он меня для меня ноги, а я для него язык. Мы вместе составляем одного человека. Он на руках его несет, отца это Эстера, и Сирита. И он говорит, а этот здоровый такой несет. Но у него языка нету. Найди таких, которые носить тебя будут, а ты для них язык или глаза. То есть, если я один не получаюсь, половинка все равно получится, третинка получится. Я найду тех, которые потащат дальше. Вот эти программисты, они будут делать. Я не могу этого делать. Во вторник у меня уже программист здесь будет. Сегодня мышку мне Витя привез и деньги не берет.
новое и новое ты будешь начинать. Скажи, 5 лет назад ты думал, что у тебя такие замыслы будут проехать? Вещь невероятная. Люди говорят, дыхание аж схватило. Это что ж вы делаете? Это где? Бог это делает. Это истинное домостроительство при новых должностях, новых специальностях. И все это в духе. Проверяй себя по всем пунктам. В тебе отобразилось это в духе, в духовном плане. Вот так. Ты не думаешь, что мы ездили, у нас все было хорошо. У нас были несогласия. Несогласия. Я тогда их собрал вместе и тут же при хозяевах, где остановились, произвел полный разбор. Все затихло. Потом проходит время, опять начинает возникать. Я снова должен был. Но гляжу, уже достигла критическая. Я же не рассуждаю, как от... Где он там? Третьяков. Крикни его сюда. Они вдвоем были, забунтовали. Сегодня меня спрашивают, ну вам вот нужно, если Николай не поедет, не могли бы взять Вадима? Нет, не могли. Неуправляемый. Мы договорились, я старший. Каждое слово мое можете высадить на... выносить на обсуждение, но будет так, как я сказал, если ваше ничего не значит. И когда они забунтовали, стали говорить, то, что такое дело, я прошу машину, уеду-то. И говорит, он присмирел на меня сразу. Вот что, у него цели-то нет, это наемники, наемники пьяные. А мне, для меня дела нет. Я 100 раз, я уцеплю сзади, сверху кабины буду ехать, у меня цель, а у вас ее нету. И весь сказ, конечно, я уступаю, у меня цели, мы ее достигли. А если бы я уперся, ну тогда так, оба сели, уехали, я с одной машины, все разбито. Все равно бы я нашел, пошел в милицию, губернатору, шофера дали, заплатили, я бы машину пригнал, не бросил ее-то. Ну а вы-то где бы были-то? Я ради вас это все сделал-то. И вам это в смертный час еще покажется за эти слова небо в копеечку. А вы ничего этого не понимаете. Я сегодня сказал, Вадим, капризно, в еде, в другом, ну духовного рождения совершенно человек даже не слышал и не знает. Засыпают за рулем, я говорю, вокруг 3 раза, обеги машину-то, холодно на улице, ни под каким видом. Я тогда стой, не езди никуда. Я выскочил вокруг машины, 3 раза пробежал. А он не рад, не будет никогда, что это унизительно. Он же сказал мне, дед, сухарь учит меня. Видишь как? Должно быть полное, абсолютное подчинение в домостроительстве. Мы делаем дело Божие. Я сегодня прочитал, дал немножко отзывы-то. Да пусть найдут эти отзывы патриарх или кто-то, не один. Сейчас мне говорят, наш сирийский патриарх Игнатий, а почему, говорит, ваши ролики-то рядом выставлены с ним-то? Это перепутали вас, что ли? Я не знаю, может, патриархи возвели. Сирийцы выбрали патриарха, а мои проповеди рядом, и я стою, проповедую. Это в его сайт загнали все мои. Ну, одноименность, может быть. Я их не брал, никому не подделывал. Итак... Сибирский патриарх. Сибирский патриарх, да. Он сирийский. Я вам рассказывал, как у меня ролик один будет, сейчас скажу. У меня вопрос был к вам. Итак, фотоаппарат, когда я уронил, на Вите вечером надо сказать, Витя, я твой фотоаппарат-то угробил, но я не так. Подошел к нему, сели, а Володя, ты давай снимай. Володя снимает, а подошел, и с Витей рядом, Витя, папаша, бить будете? Ты знаешь, откуда это? Да ну знаю, когда там из ванной, из туалета выходил, шариков воды-то напустил сколько. А что-то, да я какой папаша? Да ты папаша твоему фотоаппарату, ведь утопил я его. И он не работает. Да я все равно хотел вам подарить, но не в этом. Я все рассказал опять, в глаза ему смотрю, папаша, бить будете? Раз 5, повернусь опять, и так этот ролик называется, папаша, бить будете? И как Господь сделал, то у меня бы никогда своего не было, а теперь у меня свой. Правда, еще они у меня размазаны, ну все, соберем в кучу. Во вторник Алексей покажет, почему он широкоформатно берет. Вот какая штука-то. Если бы я его там не утопил и сумели отремонтировать, он бы один был больной. А сейчас 2 новеньких в обоих местах. Я в этом увидел тоже маленький, но промысел Божий о нас. Во-первых, я сильно переживал. Он когда ударился, в воду упал, я чуть сам в обморок не упал. Сбулькал, как будто бы я утонул. Ну а вечером тогда действительно получился маленький, понимаешь, ролик, папаша, бить будете? Я тоже думал, как ему сказать? Вот. Да я почти не фотографировался ты. Ну давай теперь. Вопрос такой, у меня возник вопрос. В чем проявляется выражение «Бог принят верою в мире»? Выражается в том, что человек ничего здесь не может исследовать. Вот, допустим, ты отца имеешь Андрея, ты на него похож или нет был? Да. Похож. Тут можно доказать, ДНК тогда не было, а на маму похож был? Да. Ну так, я на маму совсем не похож.
Она у меня горянка чернявая такая, а отца я вылитый. И доказать, что моя мама ничем нельзя, я поверил в это. Просто поверил, она мне понравилась. Когда я вырос, она мне просто понравилась, эта женщина. Больше никак нельзя сказать. Я всю жизнь называл ее мама. И когда скажу, что мам, я не уверен, что ты моя мама. Да как же так, сынок, я же себя родила. Понимаешь как? Верою. Мы верой, на вере все держим. Верою принят. А вера от слышания. Да слушать можно там, наговорят. От слова Божия. Еще добавлено в толкование святых отцов. Добавить. Вот это вера. Вера, которая неколебимая, не боится возражения. А почему вы не отвечаете мне вот в интернете? А зачем? Я сказал, ты не принял. Ну а почему за мою душу не боретесь? Она плененная, ты должен сам решиться, выйти на свет или нет. Сегодня спрашиваю, что такое чадо света и чадо мира сего. Там священник один благословляет. Но я отвечаю, чадо света, они во свете и знают, куда идут. И живут для будущего. А чадо мира сего, они живут для этого мира. Они себя не сокращают ни в языке, ни что, понюхать, обонять. Вот я вам скажу сейчас что-то, вам не выполнить. В баню никогда полотенца не берите. В ванне моешься дома. Полотенца не берите, выкиньте полотенце оттуда. Полотенце бери, когда оденешься до шеи, вот так вот, а все наденешь. Тогда только так, прямо на мокрое надевайте. Это самое правильное. Я никогда не беру и не разрешаю. Тебе это не сделать, потому что привычка. А ты теперь вытираешься вся, и нижняя, и срамное, и где-то попадает, а другой берет и лицо утирает. Все равно ты натолкнешься на это. А ты возьми маленькое такое, с маленького, начни, и ты увидишь, как оно захрабостит. Недавно я вижу, один сидит, ногти стрижет, а ногти-то уже вот, ну, третья или пятая часть ногти срезана, а зачем? А как вы не увидели там, да еще ученики, если скажут. Ногти должны быть выше этой плоти, которая здесь, дальше. А если она ближе, она начинает вырастать, ноготь загибается, и после не знает, спрашивает, что делать. А ты ради других делаешь? Ноготь должен такой бы, чтобы можно было за носку вытащить. А для этого есть. Длинная не надо. А для кого-то будет черно, прочисти. Иуда, откуда это? Джейн Эйр. Она там по пальцам, когда била веником, говорит, почему не чистишь? Не сказала, не обрезаешь. Это везде так. Прочисти. Миллиметр-два должна заходить, миллиметр за плоть. Чтобы она туда не была. На ногах у тебя, если бывает, вырастает прямо. Режь прямо, чтобы уголки не загибались туда. Я один раз прочитал, посмотрел, это правильно. Не отрицай мудрость, которая до тебя уже была. Ты с маленького начни. Свет в комнате не сжигайте, пока шторки надвое не будут полностью закрыты, чтобы даже комарик носа не подтащил. Не получится. Сколько не прихожу, включает свет открыто. Зачем? Да тут четвертый этаж, там еще не видать. Не видать? Выключай свет. Смотри, вот она стоит на балконе, смотрит на тебя. Действительно, никогда не видел. Мы на первом этаже. Девчонка. Переодевается. Да кто увидит? Ну, я узнал, что она раздета. И вышли на улицу, четыре парня здоровых перед окном стоят. Так откуда они, их тут не было? Вот и все. У тебя соседи есть, говори так, чтобы не слышно было. Если какие-то неурядицы. Да их нет дома. Открыл дверь, я ей по лбу дверью стукнул. Она в шизомочную скажу, слушай. Она ничего не понимает. Да никого нету. Да окно замерзло, поэтому там не видно. Никого нету. Потушил свет. Окно растаяло, и там колонка, воду берут, люди все видят. Так никого же не было. Тебе не надо, ты навык сбереги, навык, привычка ходить в храм, никогда не пропускать. Навык. А через навык, Златоуст говорит так, и соберешь горящие угли на голову. Так горящие угли, я и хотел ему это насыпать. Он паразит такой, пока делай с таким намерением, по времени. И так приучишься делать добро, навык добра. Голоден, накорми. А намерение-то мое какое, сделать ему углей горячий. Пусть будет так пока. Привыкни, а потом будешь и любить, ради добра будешь делать. Вот как. Вопросы. Я почему молчал? Потому что сказали мне в интернете, дайте вашим соратникам высказаться. Я дал. Я сегодня получил только этот вопрос, я сегодня его выполнил. А уж раз расходитесь, теперь по занавес могу сказать, тема не обсуждена была. Вот. Теперь она закончена в виде дается. Каждое слово наложи на себя в духовном плане, оправдай это в духе. И начинай сегодня, сразу. Завтра я встаю не позже 4:40. Не получится. Не получится. В доме двое-трое верующих, все должны на молитве, до самого маленького. Не получится. Я знаю, почему. А у всякие отговорки, да я, значит, болела, да ребенок кашлял там. А ребенок-то какой, в пятый класс ходит.
ты остаешься с ними водиться, во сколько они поднимаются у тебя? Ты главное будешь виновница на суде Божьем. Ты будешь главной виновница за внука, за твоего Максима, за Софью, за всех ты отвечаешь, за Рому, за Тому. Вы их знаете. Вы сегодня видели, девочка ваша отбирает у другой что-то здесь, играет. А та два раза, три раза отобрали, она выскочила, там я ее задержал, вернул. Не позволяйте этого делать, не позволяйте. Это дома еще потренируйте, положите. Чтобы собака не взяла отравленную, я должен был с нею возиться не один месяц. Самая любимая, что она у меня собака любила? Рыба, жареная со сметаной. Я ее раскладываю везде и ухожу, через полдня приду, нигде не тронута. Ее нельзя было отравить. Она приучена так, кто ей бросает что-то, она мгновенно без команды бросается на него. Это враг, это отравитель пришел. Научи ее так-то. И ты увидишь, не в один день это получится. Да может совсем не получится. Ты ей так научи чужие вещи не брать. Это тебе не принадлежит. Потренируйте ее сегодня. Вам это сгодится, вам. Уже упущено, тем более тогда у нас беседа была. А вы во мне сразу видите недруга, если я так говорю. Займись ею. А сколько это надо на это время? Уметь надо. Уметь. Я читал про одного. С Канады привезли лошадей. Лошадей привезли на колбасу. А в это время приказ дан был отобрать лучших лошадей для конной армии. И они отбирают. И он опытный. И он отобрал одну кобылку. Ой, какая она хорошая. Но обучить никак ее не дается никому. Она кусается. А лошадь кусается так, что от дерева кусок вырвет. У нее очень мощный зажим где-то. Бились, говорит, и легается. Вообще непокоривая. Один сказал, говорит, у нас тут цыгане, табор недалеко, у этих отношений держали, там, говорит, есть опытные. И что, они помогут? Помогут, говорит. Они за неделю ее на ноги поставят. Да вы что? А что им надо? Ну, поговорите. Он призвал их, а цыгане там где-то табор. Они говорят, у вас вот брошенные казармы солдатские, три казармы, отдайте нам. Он пошел к командиру, сейчас он говорит, так они все равно стоят, мы разбирать, думаю, ну отдал. Так, ну вы будете 3 года нам помогать. Хорошо, с чего начнем? Он говорит, вот так кобыла моя такая, так, хорошо, идем на базар, я тебя научу, как делать. Так она, а кобыла где? Кобыла пусть стоит, мы ей подарки купим. Подал. И вот он, первый подарок, репу. Репу купил 500 грамм. Такие лошади есть, что кусаются? Да не одна, мы их всех отучим. В течение недели ни одна не будет кусаться. А куда зубы денутся? Зубы выбивать не буду я. А как он делает? А вот так, говорит, репа распаренная, она кипятком наполняется. А здесь, говорит, подложил ему там как дождевик, а здесь это, и марля ее закрыл, и она за плечо хватает. Как она хватанула, он ее там прилип, она не может, она головой крутит, держет. Она с ума сошла, лошадь-то. Небо-то ей все, опалил. Все, она каждого плеча теперь боится, как огня. Урок повторим, не надо. Он сделал, она даже не смотрит на плечо. А ногу-то она не кусает, это не собака. Так, но она легается, это тоже просто. Вот такую палку нужен сильный солдат, говорит, вдвоем, чтобы держали длинную палку. Купил большой чугунный шар с большими иглами, острыми. Она как только зад-то подкинула, а шар-то над ней, он сразу ей воткнулся. Как она завизжала лошадь. Еще раз, шар опять ей. Все, отучил. Она знает, прыгать нельзя выше положенной нормы, там шары висят везде. А ты ребенку не можешь показать этот шар. Ты репу купи этой. Как-то к чужой кукле прикоснулась, чтобы она прилипла к ней. Чтобы она зареклась брать это. Вот за сегодняшний день только, что в интернете уже записано. Зачем вы позволяете? И у своей сверстницы там, у Нади Мухиной, дочки отбирает, а то Ильича она там была. Я так понял? Да. А та уже обиделась, выскочила туда бежать. Видите сколько? Уже пошла цепная реакция. Ну там я подхватил, вернул назад. Я говорю о маленьких вещах. Но это маленькие стеклышки мозаичного панно. Это домостроительство идет. Начинай с этого. Вот она тебе будет помощница. Она должна на отца смотреть с благоговением. Ты должна так приучить, чтобы она ждала отца. И ни одного слова нигде против не сказать. Отец вышел, замерло все. Ни теща, ни мать, чтобы слова не говорили. Восстановите авторитет отца. Да какой он отец? Он вот за это тоже ответите. Он Богом поставленный. Бог так установил. Всякая власть от Бога. Власть мужа над женой – это первая власть в мире. Еще в раю установлена была. Это первая власть, абсолютная власть. Она жизнь прожила, не знает, что такое слово мужа. Под разными предлогами начинает злобу источать. У нас нету действующих рычагов, как мусульман. Он бы в один день ее, кажется, расчехвостил. Она бы по одной ниточке ходила. Итак, вот я что сказал, со шторками... Чтобы дверь открыта никогда не была, никому не открывать без 100% уверенности, что там не смерть твоя.
И ты увидишь, что у тебя по-другому пойдет. И никогда отговорок не ищи. Это гнилые подпорки. Гнилые подпорки. Не надо этого. Да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. 140-й псалом. Не надо оправдывать это. Да, я виновен. Капитулирую. Господи, не погуби. Не отвергни до конца. Духа Твоего Святого не отними от меня. Я готов быть другим. Вот это домостроительство. А потом удивляться весь мир будет. Неужели это мы все сделали? Неужели сделали? А тут ничего нету. Даже для своих никто не верит. Завтрашнего дня. Не позже 4:40. Заведите будильник. А ложиться во сколько? Во сколько хочешь ложись. Во сколько? Я вчера лег на 2 часа раньше. Вчера на 2 часа. Но сегодня я встал на 3 часа раньше. Уже на 3. Я сам себя укорил. И ночью все зарядил. И у меня идет ужатие. Ставлю ролики. Вчера я не смог. Мотор не тянет. 74 года. Мотор просто захлебывается. Я понимаю, что уже даже медовая заправка не помогает. Он начинает с перебоем работать. Недавно хватило, так и думаю, хорошо бы здесь умереть. Но Бог знает где. Вот упал там, на голубятне это был. Лестница подвернулась. И думал, все. Даже нигде ничего не сломалось. И не время. Еще не годы, не годен. Домостроитель никудышный. Начинаем по новой. Каждый раз я начинаю с нуля и по новой начинаю. Я говорю, когда всем говорю, ложишься спать, какие последние мысли? Только об одном молись. Как бы не проспать ночную молитву? Ну, по совести, мы свои люди. Поднимите руку, кто так молится? Кто боится проспать ночную молитву свою? Интимную встречу с Господом? Вот и все. Никогда не просыпать, никогда. Если проспал, бывает такое. Господи, благодарю Тебя, что так, потому что легли поздно, очень устал, и после бани, но завтра я никак уже не могу здесь. И за это поблагодари Господа. В молитве такое объединение найди со Христом, чтобы душа какое-то непонятное беспокойство ощущала, чего-то не хватает, потому что не помолился. Не помолился не утром, а днем, 7-кратно в день. А ты работаешь на такой работе, тебе нельзя. Можно. Из коридора в коридор идешь, молись, дальше пошел, продолжи молитву эту. Еще идешь, молись, и не думай, что нельзя. Мы тоже работаем. И вот что я сказал, уже программа для домостроителя. Начинай. И ты увидишь, завтра другой день будет. Совершенно другой день будет. Так а другой-то лучше или хуже? А? Лучше или хуже? Лучше. А как вы знаете? А как узнаешь? Совесть. Главное, он тебе подскажет, мне хорошо, и душа радует соединению с Господом. Как узнаешь? Меня один потеряет и спрашивает. Ну вот говорите в Духе Святом, то другой, а это как, кто-то мне должен говорить? Или я сам почувствую? У меня целая беседа, тема будет в интернет выставлена. Он только шли дорогой, Андрей Усинов, спросил. Я понял, тема. И я начал. Я только 77 мест из Библии привел по этой теме. 77 свидетелей притянул из древности, из Нового Завета. Никто языка не высунет, никто слова не скажет, и рта не раскроет. Свидетельствует тебе совесть твоя, и всем это будет явлено, очевидно. Это другой человек, он другой. Он не может быть прежним, и вернуть назад никто его не посмеет. Он будет вызывать и страх, и уважение. И это, вот понимаешь, внезапно я сразу решил, что это так. Я вот спрашиваю иногда Володя, Володя, вот мы сейчас были, ты это видел, видел? А тебе мысль такая не пришла, что я сейчас сделал? Да как-то не подумал. Там мы с Витей вместе. Опять что-то произошло в деревне. И дальше продолжается. Я останавливаюсь, батюшки всем говорю, а вы никогда не подумали, что вот на Дальнем Востоке несчастье это как-то имеет к нам отношение? Написали когда? Да нет. Идея это все время моя идет, идея. Вот идея. Идея это главный катализатор, который будет искать сотрудников в этом деле. А дальше, дальше опять. Звонок был, батюшка первым делом. Вот сдал вот это теперь. А теперь вот понаедут разные всякие. А перед тем, как это дать, я собрал. А перед тем, как собрать, я молился. Кого позвать на это? Писать или не писать? Это вообще МЧС писать, губернаторам писать, правительство. Кому писать? Ну а где об этом обсуждать? Надо обсуждать. Я на молитве получаю ответ. Батюшка Игорь Барабаш Андрей, больше никого. Ну, Лена там. И где? У Барабаша. В какой комнате? В дальней комнате. У меня настолько четкая, точная программа. Я батюшке сказал, батюшка, как всегда, против. У него почти ни одного дела нет, чтобы он был за. Но у него и удивительное качество. Он говорит против, потому что не молился. Я ухожу, проходит маленькое время, сам приезжает. И когда ты хотел собрать? Батюшка, уже сегодня. А где ты хотел? Батюшка, уже все выпрошено где? Здесь. И батюшка приходит. Ты не думаешь, что батюшка, он против и на этом...
он не останавливается. И он, ну когда собрались, теперь молиться о чем будем? Теперь писать. Лена сразу, а какое объявление? Я сажусь, тут же пишу. Ну а дальше звонок. Звонок поступил. Сколько? Ну человек 5-6 принять, может быть, еще смеяться-то. 5-6 человек. Да семья бывает больше. Ну а как? Никак. Я вышел и не стал. Ну никого не надо, сидите на дрожжах своих. Школы на будущий год уже не будет. Ну, на 6 учеников 3 учителя. Не жирно ли, как директор сказал? Но пока оставили. Ладно, я поехал всем в деревню. Всюду зашел, проверил, промерил, расспросил, на бумажке записал, пришел староста сюда. Батюшка, документ. Батюшка посмотрел, сколько? 70-80 человек можно принять свободно. Это другая цифра. Все, доказательства есть. До единого жителя расспросил, опросил. А теперь звонка никакого нету. Бог просто нас попужал, остановил. А теперь с этой цифрой уже свыклись. Обкатали эту цифру. Идет работа, а где они будут жить, а как, а чем, это все надо было обдумать. Счастье, зимой могут быть здесь работать, мужики приедут в город. Где будут жить, вот это вопрос я тоже должен был обдумать, а вы не обдумываете ничего. Это у меня все тайно, слагается в мысль, на молитве, и вижу, она не проходит. Я снова, не получается, я кого-то одному, третьему прошу, помогите. Я не могу эту молитву пробить никак, ответа на нее нет. У вас живой связи нету, вы не поймете. Если есть, вы сразу поймете, о чем я говорю. Самое маленькое я выношу перед престолом благодати. Жду ответа, Господи. От молитвы. Сейчас прошел, я опять стучу. А что по посетителям, по насельникам в деревне, Господи, я так и не знаю. Мысль полагается. Если нет, это вам как раз. И, Господи, благодарю, что никого нет. Понимаете? Я должен проникнуть в это. А если будут, благодарю, что есть. Ой, да слава Богу, к нам архиерей едет. Бегали, говорят, закрывайте ворота-то. Не приедет архиерей, да слава Богу, что не приехал. Вот так. Это домостроители, имеющие связь с Богом, получающие инструкцию, план, что нужно и как делать. Вот начните завтра. Вот каждый день. Я никак, днем ложиться никогда не буду. Еще одно. Никогда. Никогда. Запиши себе это. Никогда. А только сидя там на стуле где-нибудь, посиди, но не больше 15 минут. Когда тебе исполнится 60 с лишним лет, тогда увеличь до 20 минут. И ты увидишь, как все по-другому будет. А платяжка, вот эта платяжка наша, она вопить будет по-поросящей, не могу. А ты скажи, врешь обманщица, можешь. Мало ешь, мало пей, здраво будешь. Лишние-то килограммы усохнут. Домостроитель должен быть тонкий, звонкий и прозрачный. Вы только не вздумайте это, переначить, что я сказал. Лучше переспросить. А то, говорит, наложил на нас, это добровольцы. Бог ищет добровольно дающего, Бог любит. Не можешь, ну и не надо. Твое дело. Ну, я первый, когда услышали там о десятине, только было людей там в общине, она не православная, я выскочил первый, мысленно, никого нет. Как сейчас помню, пришли эти старики-то, они рассуждают, а на меня внимания не обращают никакого. Я корабль тут-то придет, и в это время говорит, что вот у нас сделалось, вот, вообще, собирали там, ну, одни старики, денег нет, сейчас, говорит, так, сумма, такая большая сумма у нас, откуда эти деньги идут нам? Ну, что там, свернул в трубочку, там, когда разносят, бросил, никто не видит. И они ни под каким видом не думают, кто это и откуда. А почему? Я знаю, что это воздастся старичным. Пускай хлеб по водам многим. Через время они приплывут, эти круги твои обратно. У тебя все будет. Все. Мы с Володей садимся за стол, и сегодня... Володя, ой-ой-ой, какие мы перед всеми должники. Ничего у нас нету. Не Анила звонит, мы... везите муку. Она Щукина это, сухари нам делает, подвяливает. Там. Это всегда что-то подкормит, принесет. Там морковка, это привезли. Где хранить? Там у Антонины, у Николая в прошлый раз. Ну, то эту банку трехлитровую не Анилов или Польгу его принесет, никого не просишь. А когда остается у нас варенье, бывает литров 20, все разошлось. Мы-то там сидим, работаем. Один год варенья у нас было 300 литров. Наварили. Картошки накопали 1400 ведер. Понятно? Это работает. Работает. Это плотские. Но на плотской работе нужно так сделать, чтобы она вся была вдохновенной. Рассуждения духовные, молитва,
это поле. Я всегда, где мы едем, вот останавливались и помолились мы. И всегда я заканчиваю: Господь, да будет благословено это место, чтобы все, кто на это место придет после нас, задумались о вечности, познали Тебя, Господи. Стоим с поднятыми руками, молимся. Почему? А почему ты решил, что так? Это я не могу объяснить, почему. Просто я ощутил внутренно к этому побуждение, и все. Я на многое не могу дать ответ. Просто ощутил внутренне себя. Это посильно нам, это мы можем сделать. И это необходимо сделать. Видишь как? Отношения наши, теперь я так смотрю, не были нарушены. Николай-то точно должен пойти, а на Витю конкурс объявлен. Сегодня я уже Третьякову сказал. Подумайте, между собой еще кто-то найдется, и тогда конкурс. Вот ты должен быть оператором, кинорежиссером, помогать везде, а не просто сидеть. Третье. Да, хорошо бы было, если это шофер второй. Мы большие расстояния будем перекрывать, если поедем. Туда мы ехали всегда. Отбой в 10, подъем в 2. Каждый день. В 2 уже мы в пути. В 2 ночи. И уже знаем, кто утром садится, Третьяков за руль. Он замечательно ведет. Это по стране, пустынные трассы до Дальнего Востока. А потом садится Вадим. Мы успевали большие пространства перекрывать, а потом днем уже на карте смотрим, где успеть как можно больше пройти. А там другой график. Там рядом они, мы не знаем, чего делать. И стали ездить по воскресеньям, когда закрыто. Потеряли мы многое, но кое-что приобрели. Все мы не знаем, бывает, ошибаемся. А ты думаешь, как, даже не думаю, не знаю, полное неведение. Нету, как будто Бог оставил, ответа нету. Ну как, давайте решать умом тогда уже. Бог-то ум дал. А наитие, вот это необъяснимое, это от Бога. От Бога, когда своего не ищешь. Вам понятно, что я говорю? Алис. Вот слава Господу. Домостроители мои. Алис, пойдем строить. То, что вы оставили, что находитесь. Вознесем руки. Да будет благословено сие место. Да. Да, кратко помолись. А вы запоминайте. Когда я дома там предлагаю, а Витя Савченко же учитель. Но он не берется. Почему? Да у вас как-то молитва шире получается. Объемнее. Ну, вы запоминайте, записывайте где-то, не выпускайте ничего. Мне их никто не писал, эти молитвы. Просто они у меня родились внутри меня. Боже, милостью будь мне грешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешным, помилуй. За молитву святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись обны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Господи Боже мой, благодарю Тебя за тот день, когда даровал святую веру в Тебя. И ожидание суда Божий, и страх Божий. Аллилуйя! Благодарю за день, когда вручил мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, что умягчала сердца начальствующих, где мы были.
и покрывалом опором любви и впредь не оставь твоим попечением. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю тебя, столько лет ты хранил душу мою днем и ночью. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и душу мою проведи по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Никола Чудотворец, умоли Господа Бога, да пошлет там все необходимое для путешествия и благовестия. Благодарю за услышанную молитву и помощь о людях и о животных. Мы ни в чем не имели нужды. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Святые пророки, молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящему, молите Бога нас, святые всехвальные апостолы, первый верховный Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога нас, да дарует Господь нам жажду исследовать Писание, они свидетельствуют о Тебе, а мы через них надеемся иметь жизнь вечную. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Аллилуйя! Святители Христовы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и все святые, молите Бога о нас, укрепи нас, Господи, в святой православной вере, не дай уклониться сердцу к сектанству, к ересям. Милости Твоей не отнимай ни от кого. Пощади нас и помилуй. И высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога нас, святые жены и девы. Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июник, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, сохрани их от поруганий, укроти непокоривый характер. Галина, Екатерина, Евгения, Надежда, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Юлии, Марины, Людмилы. Аллилуйя! Услыши нашу молитву, Господи, и прими ее и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Боже наш, услыши молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Господи, благослови болящих, исцеления подай Андрею, Александру, Николаю, Павлу, Инафе, Неониле, Валентине. И благодетели наших посети, воздай им добром. Благослови правителей, дай им страх Твой святой. Даруй веру патриарху, епископам, священникам. Избави нас от лютых волков, не щадящих стада, и говорящих превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Посей на нами сам сохрани. Найди нам место, где мы должны остановиться, и сердце Николая и Виктора расположи к этому. Научи нас во всем доверяться Тебе. И на врагов пролей милость, умягчи их сердца, примири их с нами. Брата Акима возврати в сохранности. И место сие
да будет благословено Тобой, чтобы все, кто здесь будет находиться и после нас, они размышляли о небесном, о вечном. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Это короткое означает, что мы не 100 поклонов сделали, а дома, сколько раз молятся, всегда по 100 поклонов. Спасибо, Христос. Все. Спасибо, Христос.